Даже потрясающие бывают случаи, когда на прошлой репетиции мы договорились об одном, и вдруг артист начинает совершенно по-другому. Сережа Маковецкий, которого я просто, это мое дитя, 7 или 8 главных ролей он со мной учил. И вдруг он останавливается и говорит: «Ой, Роман Григорович, что це я рублю? Я же, давай, я такий дурный!» Я кажу: «Та ты не дурный! Ты просто слышишь меня. Я сейчас тебе отправил эту мысль, а ты ее моментально поймал, она стала твоей». Вот в этом есть великое счастье. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».